Да, сегодня воистину в курятник попал. Даже курятником-то не назовешь. Это, по-моему, зоопарк. Все виды птиц сегодня встретил. Я имею в виду из дичи. И в очень большом количестве. Плохо, что они на деревья не садятся. Срываются, а потом опять на землю. Снег, видать, их давит все-таки. Желания нет у них сидеть на верхушках деревьев. Меня они сегодня хорошо видят на фоне белого снега. В следующий раз беру белый маскировочный халат. Что-то не догадался сегодня взять. Уже пора перебываться. Не знаю, камера у меня снимает, нет. Может, уже снегом все залепило. Правда, регулярно протираю ее. А тут стоит одной снежинке упасть. И все. Туман. Аккумулятор садится, рассчитан на небольшое время. А так бы включил с самого начала охоты и целый день ходил бы, снимал. Очень много бы интересных записей было. Обычно же как? Стоит камеру выключить. И начинается. Включаешь ее, никого. Вот как сейчас иду. Уже прошел, наверное, 300 метров, а ни одной личинки не поднял. Хотя от машины, когда вышел, сразу поднял рябчиков. Потом глухарей, глухарок, куропаток. Это буквально за 500 метров. 500 метров прошел. А потом еще, наверное, не один десяток поднимал. Сейчас, правда, иду по другой дороге. Может быть, здесь не особо они концентрируются. Да и раньше, когда сюда на машине приезжал, их здесь не, они не очень-то любят вот это ответвление дороги. Вот следы рябчика.
жеребец поднялся. За дерево спрятался. Сидит, ну, за деревом. Вот ты чё, хитрый. Понимают, что надо прятаться. Вот паршивец. Сейчас стоит вперед шагнуть и улетит. А снег повалил. По-моему, тут он не один. Ветка колышется, где-то он сидит. Второго людей нет. Не пойму я. Это зрение такое слабое у меня стало.
Неужели улетел? Упал, да, сел, а потом куда-то вниз. Неужели попал? Все ж таки. Улетел. Значит, не в него, наверное, стрелял. Ну и стрелок. Пора очки одевать, наверное, уже. Ну что ж. Отрицательный результат тоже результат.